Волчук, а из какого подразделения, где служите? Спарта. Вторая. Скажите, пожалуйста, как вы сюда попали, какое ранение получили? Минно-осколочная травма. Мина разорвалась рядом со мной, буквально в метре. Очень много осколков на ногах. Но повезло, мне сказали врачи, что родился в рубашке. Кости не задеты, слава богу. Достали 46 осколков. Сейчас вот заново учусь ходить, как Борисов. Думаю, что все впереди. Встану в строй. Продолжать. Значит, где, в каком населенном пункте это случилось? Населенный пункт — это аэропорт. В аэропорту перед Терехоновым. Попали в момент обстрела. Что пожелаете другим пострадавшим военным? Другим пострадавшим военным пожелаю того, чтобы с ним поправляли, вставали на ноги и не забывали, зачем они здесь все находятся, зачем они все сюда пришли, помогать всегда у нас.